Всем привет, я Димон, с вами Автогода, и это серия коротких роликов Quick Guide. Сегодня говорим о Cherry Tiggo 8 Pro E+. Итак, что тут с размерами? Давайте ходить, смотреть, мерить. Длина 4722 мм, ширина 1860 мм, высота 1705 мм, колесная база 2710 мм. Клиренс составляет 180 мм, очень даже достойно для городского кроссовера. Большой семейный кроссовер, как я уже говорил, может быть как на 5, так и на 7 мест. Снаряженная масса 1844 килограмма, а полная масса автомобиля 2323 килограмма. Для гибрида хороший вес. Я думал, будет тяжелее за счет электромотора и аккумулятора, но тут инженеры нашли баланс. Колеса 18 с давно знакомым нам дизайном. Как еще их называют? Это стрелы арбалета. Ну, мое личное мнение по отношению к этим дискам не изменилось. Мне кажется, что на этой модели массивные пятилучевые диски смотрелись бы намного интереснее, чем многоспицевые. С завода поставляется с шинами размерностью 235-55. То есть это широкая шоссейная резина, что в очередной раз нам говорит о том, что предназначение этого автомобиля – это город и трасса. Но несмотря на это и передний привод, дорожный просвет тут очень хороший, поэтому на природу можно выехать легко, как видите. От самой низкой точки, от батареи. Тут 180 мм. Этого для города за глаза, да и на плохие дороги не страшно. Кстати, углы съезда и въезда 19 градусов, что очень хорошо. Подвеска спереди пружинная типа Макферсон, сзади многорычажная независимая. Тут все как надо. В следующей серии все самое интересное. Разберемся, что это за инновационный и революционный гибрид. Спойлер, он очень крут. Не переключайтесь.